здесь? Да. Это на одной КВшке останемся, да? Да, хорошо. Ты где будешь сидеть? А, да там по плану вообще на севере должен сидеть теперь. Угу. Но мы должны где-то возле НАТО сидеть. Там вышка, увидишь, огромная. А, я вижу, понял. Бля, ее не снесут тебе? Ну, по идее, из двух смалов. Я не знаю, у них есть такое снаряжение? ХЗ, а ты видел, что там на горах вообще? На каждом этом самом вершине по замку? Да. Компа... Что? А компот метку поставил, там СПГ был. Оу май. А вот на вот этой пех одиночный. Скорее всего корректировщик. Я принял. А, я вижу СПГ стоит. Замок, короче, западный. Слышите, моя метка 700. А, вижу пехотинца, слушай, 250. Я сейчас стекло пистолетом убиваю, не пугайтесь. Угу. Это... давай точно. Сними с рука. Шайтан, ты видишь СПГ? СПГ пока нет. Правее замка на западе. А, блядь, откатилась. Я видел там пехотинца. У тебя там ветер хоть сколько-то ловит вообще снизу? А, да его вообще нет, он типа один кружочек. Ага. СПГ опять выкатилось, слышишь, вот ищи правее замка, там где скат вниз начинается с новых вот этот камня. Вот на зап, на юго-западе, да, но здесь сорок замок этот стоит. От самой башни типа начинает камни идти направо, да? Ага. Ищи, там, просто только мне и проведи. Вижу. Ну как, будешь готов работать? Давай вместе быстро. Готов. Давай, кидаем. Попал. Я думал, это просто пех стоит. Не, я СПГ снял. Да-да, понял. Можешь сломать, попробовать его? Блять, у меня он за склоном. Если у тебя получится, давай. Сейчас кидай. Попробую. У меня только труба торчит. Шайтан от пеха ты видел все-таки или это тебе оказалось, что типа на СПГ? Это СПГшник был, оказывается. А. Это. М? 300. Алло. Да. Да, хорошо. Так, я сместился западнее, я сейчас попробую. Быть. Развалины, в смысле, имеешь в виду? Нет, не знаю, камень похож на камень. Блин, не, он где-то прям пиздец. Шайтан, тебе свою башню не видно его, да? Не, он закрыт у меня, скорее всего, чем-то. У меня он точно кронами закрыт. Он сейчас кого-то попал под нами. Миномет? Взрыв. С камней, говорят, стреляют, которые 330 от нас. Где вот поход, твоя метка 750 походу.
бессмертно. Мы с тобой сидим и чисто потом играем сами в тему. Так, братюшка. Танк есть. Эй, метод. Он попал в меня, прикиньте. Снайпер? Ага. А, я помню, тебе медик, да? Ну, можно так-то. Хитрить, это медик, что ли? О-о-о. Так, значит, копейка сколько-то флагом видит. Так, тут на меточку, конечно, я не увижу. Левая рука там. Эти за что был полностью. Ага, спасибо. Так, терпи, пальчик. Сейчас посмотрю. Короче, кэмп, он где-то все-таки в тех камнях на твою метку 750. Но он там где-то так лежит, что его не видно. Не знаю, смотри, если у тебя их там много. А, давай, давай, пойдем. Не, понял, у меня что-то по звукам просто не сходится, что он оттуда стреляет. Мне кажется, он где-то вот правее, где вот эта порка, слышишь? Ну, может быть. Восточнее. Все? А, спасибо. Так, мне там еще остался морфин-то. Да, есть еще. Понял. В чем он был? В белом? А, вижу, двое. Минус один. Блять, мой ман супер брать. Вижу, вижу. А, на 40, значит другой. Айдар. Айдар, меточку, вон на себя. Он со мной рядом. Шайтан, вон смотри, на 40 камень, камень. Трубу достал. Не вижу. Где по склону? Сверху, снизу, посередине, примерно. Посередине. Шайтан, я сейчас туда пиздану, смотри, там всплеск будет. Вон убегает, убегает. На север убегает. Вижу. Куда? Ну там вот на домике 40, сейчас заселю. Понял. Будем работать. Ага, дальше. Понял, понял. Ну и он там должен отъехать, мне кажется. Поиграл, конечно.
А, вижу еще пехоту, с востока к нам подходит. По городу идет. Че дам метку? Сент-Луис или ближе? Сейчас скажу. Сент-Луис, да. Да. Шайтан, шайш, молодец. Что? Ты не одиночный, да, вот там пехи, слышишь, на северо-востоке. Ориентир 8, который. Понял. Понял. Айдар, смотри север там, посмотри. На 20? Вижу, это ПТУР стоит. Это ПТУР. Ну, нам, короче, удачи. Ложись. По нас с востока что-то жесткое заливает. Нам долбит. Где-то на 120 от нас. А, вижу, там строечка маленькая. На сотню от нас. Там еще и это другое еще, да. Тоже стоит. Да, близко. Еще один становится. Шайтан, север еще есть. Что-то едет с севера. Там катается у тебя где-то. Ага, вижу его. Все, он пизда. Не-не-не, поехал дальше. К слову, маркеров нету. Мы можем ходить куда хотим. По-моему, убил его. У меня
капитан. Движение на 60 в лесу. Да-да-да, я знаю. Он по нам работает. Это по мне. Так у них танк стоит, ёптать. На 40. А, вижу, по-моему, его. Да, он сейчас меня стреляет. Сейчас перебегу, помогу. Ага, он сейчас просто стоит в окне. Что, сдвигаемся быстренько, пока не успели. Давай по Вейкеру, по нашему. Сейчас прилетело по нашему, но он выжил. Это тот, кто... Оу. Все, вышечка, прощай. Если вы не хотите пропускать новости или анонсы канала, смотреть скрытые видео доступно только по ссылке. Вступайте в группу ВКонтакте, ссылочка будет в описании под видео.